Доброго здоровочка, друзья мои, вы на канале Джек Хантер, добро пожаловать в наш скромный кинотеатр. Ну, в этой серии мы немножечко попутешествуем, покатаемся, полетаем. Конечно же, будет немножко регуляции. Не знаю, куда делись все эти королуши и полусвинки, и подсвинки и прочее, но, видимо, жара, поэтому, ну, не так много, как хотелось бы, да, и, собственно, в полях-то их вообще почти уже и нету. Не буду вас парить, в процессе путешествия буду вам немножечко рассказывать новости, чё почём, куда, туда-сюда, хоккей с мячом. В общем, всем добра, хорошего настроения, заваривайте себе кофеёк и приступим к просмотру. Погнали! Даже дать по тормозам. Дорога стелится, колеса крутятся. Кому удача подмигнет, кому попутчица, кому зеленый свет, кому распутится. Колеса крутятся. Так, кто это у нас? Ой, гидроподсвинки у нас тут, да сука, далеко-то как? Ну что же, братцы, будем вкладываться, попробуем. Ну что ж ты так долго летишь-то, а? Опачки, да ладно, неужели еще куда-то попали? Вот это поворот, братцы, да, вот это да. Так, не как главшпана телохранителя охранять, ни хрена себе, блин. Ну, я думаю, сейчас телохранитель отработает эту тему. Хотя, да не, братцы, он вообще лошара, так что увольнять срочно. Короче, босса мы прибили, да причем по красоте-то как. Почуяв что-то неладное, петушки отлетели аж за 180 метров, братцы. Тут уже, конечно, сложно, потому что даже с FX-ом, но все-таки воздух, open-air, ветерок. Ох, и хорошо пошла, дай бог, куда-нибудь да прилететь, тут уже грех промахнуться-то, братцы, да, опачки, вот это красота, вот это, да, ну а чё тут, да, тут ноги скажут, да, то ты дурак попадёт, да, ну да, повезло, братцы, просто кто-то, блядь, из 8 штук точно в одну попал бы. Так, это у нас гидрокарлуша электрик. А в башмаках ли он? А давайте-ка заземление сейчас выключим и посмотрим, есть ли там у него башмачки или нет. Ну вот, братцы, что требовалось доказать? Это мы только землю выключили, если бы мы еще ток пустили. Ну, в общем, ну, уволен, конечно, сразу. По технике безопасности тут и к бабке ходить не надо. Так, а это у нас кто? А это у нас Гидрокарлович, который у нас и за освещение отвечает, даже за настройку фонарей. Так, вот вы уже давно его вызывали, чтобы настроил этот фонарь, нифига не светит. Ой, а чё это, тоже что ли без башмаков? Или что, вот через фонарь током так ударило? Ничего себе, или он, может, инструменты забыл? Да, наверное, брат инструменты забыл, посмотрите, как мотанул туда вниз, видать, там под сумок у него лежит. Thank you.
в общем, фотосъемки фотосъемками, но обед по расписанию. Да и у нас с утра еще маковой росинки не было, поэтому поджигаем наш примус, ставим котелок, заливаем водичку и, в общем, сейчас будем обедовать. Ну, обедовать мы будем по-босяцки, по-простецки, обычный вот доширак, там это ролл, там что там, консервушка, паврикушка, там, ну, хлебушка чуть-чуть, там, ну, как обычный, кофеишка, там, ну, все как положено, да? Ну, в походных-то условиях, да, вот, при такой вот ситуации, я думаю, что данный обед просто вот супер. Лайтес, без всяких там напрягов, быстренько раз-раз-раз-раз-раз консервочку открыл. Ну и пока мест наш там ролл там доширак заваривается, засыпаем нашего кофеечку. Я предпочитаю три в одном, чтобы сахар там, мафор, вот это все не мучиться. Раз тут сразу засыпал, да, все хорошо, вкусненько, хорошо. Заливаем его уже чуть подостывшим кипяточком, потому что кипяточком сразу нельзя. Ну и, собственно, приступаем к трапезе. Картошка вкусная, блядь, горячая. Ну, чтобы не спалить пасть после вкусной горячей картошки, ебашим холодненькую килечку. Ням-ням-ням. В основном у меня кончается быстрее килька, чем картошка. Ну, а что кончается у вас, напишите в комментариях. Ну и по традиции, братцы, так как я сам родом из деревни и всю жизнь заставляли доедать, вот это вот обязательно взять хлебушек, булочку и вот это все вымокать и сожрать. Ой, блядь, вкусно. Ну вот, братцы, после того, как мы аппетитно перекусили, собираем весь мусорок, всю эту хуетерку, все это в коробочки, коробочки, коробочки в пакетики, пакетики в один пакетик, пакетик в большой пакетик, ну и все, собственно, в калашный ряд, а потом на помоечку. Ну вот, братцы, червячка мы заморили и поехали дальше. Также хочу всем напомнить, что пора подписаться на нашу телегу. Да, ссылочка в заключенном комментарии. У нас там скоро будет абсолютно бесплатный конкурс от наших партнеров новых. Ну и мы возобновим наши конкурсы. Да-да-да. Все это будет происходить в Телеграме, поэтому подписывайтесь. Будьте в курсе всех новостей, обсуждений и прочих нюансов, которые, ну, собственно, только там и будут выходить. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Комментарии в описании, в общем, везде-везде наш телеграм-канал. В общем, залетайте обязательно, потому что скоро-скоро среди всех участников нашего телеграм-канала будет абсолютно бесплатный конкурс. Он очень интересный, такой 1020, я примерно так прикидываю. Да-да, ой, ой, а что это там? Опа, гидрокарловна там в зеленочке у нас загасившая. Так-так-так. Где-то была Гидра Карловна, в зеленочке пряталась, вот красотка, сейчас мы тебя добудем, так. И чё себе, братцы, промазал, что ли, или в бронежилете, хера себе, вот это поворот, да ладно, ё-моё, ой, да ладно, а не, наверное, бронежилет был, но бронежилет, наверное, как обычно, был китайский. И тут сразу едок появился на ту чаечку. Черная каркуша. Ух, какая. А взлет-то запрещен, каркуша. Ух, как запрещен. У нас тут вообще бесполетная зона. Зря ты сюда залетела. Так, ну что, братцы, погнали дальше. Нам надо как-то выбраться на заправочку, подзаправиться и попрем дальше.
вот, братцы, не прошло и часа-полтора, мы уже выбрались на финишную прямую. Да, хорошо, что, конечно, сухо, по лесу можно проехать без проблем. Ну, кое-где там завалы, ну, это все мы, конечно, преодолеваем без проблем. Вот, ну, и сейчас у нас финишная прямая, и вот у нас заправочка, вроде как Нестя. Честно скажу, даже не знаю, сможем мы взять этот барьер, он где-то более 2 метров, насыпь этой заправки относительно нашего поля. Ну да все, у нас просто нет вариантов, братцы, бензина осталось просто там вообще плюхаться на донышке. Ну, в общем, постараемся никого не шокировать, я тут буду останавливаться, потому что там, смотрю, впереди люди отдыхающие, чтобы для них это шоком не стало. Сложность таких подъемов, братцы, она в принципе-то обусловлена только одним – отсутствием видимости, потому что поле заросшее густой травой, и что там вот перед этим насыпью неизвестно, блин. Ну, короче, кое-как я туда залез. Ну что мне заправщицы сказали, ну ты мужик пиздец, куда ты вылез? Ну и конечно, дорогие мои, я предчувствую то, что многие будут недовольны. Где же шуты, где каркуши, где-то все, братцы. Как вы знаете, на наш канал сейчас очень эксцентрировано такое внимание, поэтому давайте наращивать все это потихонечку. Все будет, братцы, не переживайте. Кстати, в телеграм-канале всегда будут выходить новые шотики, так что не забывайте про наш телеграм-канал. А на канале мы постепенно будем вот в такой вот подачи, полеты, путешествия, потихонечку добавлять шотиков побольше. Главное, чтобы нас не забанили. Поэтому всем спасибо за понимание. Не ругайтесь, все будет хорошо.